посвящено ресницам, так как меня чуть-чуть вчера нехорошо обклеили. Именно обклеили. Как мой мастер уехал, я пошла к другой девочке. Она так бедная старалась, так хотела. Идете выбирать мастера. Вы должны сразу знать, что вы хотите. Либо вы хотите классику, либо вы хотите объем. Я всегда делаю объем, причем самый-самый большой. Мои ресницы были 15, абсолютно везде. И объем Надя делает пучки сама. Ресницы у нее фирмы Vivien. Пучки формирует сама. У нее в одном пучке бывает попадает 5 ресниц, 6 ресниц. То есть как получается. От того, что цепляет на твою ресницу, она еще в это пространство подцепливает. Их еще потом можно рассчитать. То есть вот действительно, не зря она ездит на вот эти все мастер-классы. Она уже очень круто руку набила. Вчера я пошла к менее такой девочке, знаменитой, но тоже уже мастеру хорошему. То есть это уже не такая ученица. Ресницы у нее стоят в 2 раза дешевле, нежели у Нади. И она мне даже вчера прицепила пару синих прядей. Но я их еще вчера потеряла. Наверное, пока дошла, то ветром их просто сдула. Хотела изменить форму. То есть я захотела от меньшего к большему. Кошачьи глазки. У кого-то это лисьи глазки. У кого-то это лисьи глазки. В общем, кто где учился, так вот его называется. У меня всегда был голливудский объем. Она очень старалась. Она цепляла сразу на 2 глаза. Надя всегда работает один глаз, потом второй глаз. Это делает так, раз, два, раз, два. Она много раз вставала, смотрела, там, или она ровно прицепила. В общем, она меня держала, в принципе, 1,5 часа, так как я и привыкла. Она очень старалась, она их 300 раз расчесывала. Потом она эти синие мне доцепливала, я чуть не обоссалась, пока долежала, вот реально. Потому что я уже там в туалет хотела, говорю, там еще долго. И в конце концов она мне их сделала. Я так думаю, ну все, сейчас там, наверное, будет такая бомба, что вообще просто... Глаз видно не будет. Как я встаю смотреть, такое впечатление, что она мне вообще ничего не делала. Сейчас у меня ресницы такие, как вот 2 недели я уже бы с ними походила. Я, конечно, ну, расстроилась, но не показала своего недовольства, потому что я не люблю так делать, я никогда не скажу. Я ей поблагодарила, сказала, что она молодец, что все клево, мне понравилось, денежку ей дала, а сама пошла терять свои голубые перья. Когда вы выбираете себе мастера, вы должны с ним уточнить именно то, что вы хотите. Если вы хотите классику, к любой идите, вам налепят классику. Так, волосы задерлись, кажется, как будто у меня подмыхи волосатые. А если вы хотите объем, вот это вам сделает единицы. Вот объем вам сделает единицы. То, что вам будут говорить, что они делают 2D объем, 3D объем, это до самой страки. Объем, если вы хотите такой конкретный, это должен быть голливудский, то есть не менее 5 волосин в одной прядке. А если 2D, то это ради бога, господи, прости, вы даже не увидите, что вам там что-то сделали. Есть, конечно, девушки, которые любят такую простоту, знаете, вот они хотят, чтобы все было натуральненько, чтобы там, не дай боже, мужик не увидел, что у нее ресница прицеплена. Я делаю ресницы для того, чтобы их было видно, что они сделаны. Потому что если я наращиваю ресницы, значит, они должны быть нарощенные, понимаете? А если бы я хотела быть натуральной, то я бы вообще не красилась, не брилась и вообще бы ничего не делала. Вот, я вот люблю, если я наращиваю ногти длинные, если я... Ну вот все люблю, я длинная, большая и блестящая. Ну такой вот я человек. Поэтому вот что могу вам порекомендовать, конечно же. Видео с Надей я обязательно сниму, только она приедет. Я сама первая к ней гнаться буду, потому что с этой красотой мне приходится теперь краситься. Поэтому я буду менять, я у Нади также буду делать. С меньшего на большее, но я хочу, конечно, вот этот объем. Даже вчера Олег говорит, ты же ресницы сделала? Я говорю, да. А что их так мало? Ну, конечно, он уже привык, что у меня тут такое опахало, что как махнуло, таки сразу суп остыл. Если у вас свои хорошие толстые ресницы, значит, вы можете делать себе и классику, у вас все будет круто. Но если у вас от природы тонкие и прозрачные, то, пожалуйста, никакой классики, потому что, ну, получится ерунда. По поводу тональных кремов. Попробовала я этот. Марк от Avon. У вас нету ни одного прыща. Если вы такая гладкая, красивая и вообще у вас лицо светится, пожалуйста, вы можете его брать. Если вы, конечно, чуть-чуть скоблистая. Не знаю, как сказать. Уж если у вас есть прыщ, если у вас есть синяки по глазам, если у вас вообще какие-то дефекты есть на лице, то этот Марк вообще ничего не скрывает. Вот это суфле, да? Ну прям вообще ничего. Я ним сегодня мазалась, уже такое его ложила. Он себе фур, короче, и впитался, его нету. Он приятный, пахнючий, нежнющий, бархатистый, ну все в нем классно. Кроме того, что он вообще не прячет никаких недостатков. Я люблю тоналки такие, знаете, что как шлифанулась,
то стала такая равномерная, как эти обои, да, то есть типа ровный тон лица. А вот эти типа, опять же, натуральность, типа, не дай Боже, чтобы там кто-то увидел, что у меня тоналка намазана. Да ради Бога, все равно если ты к пацану прислонишься, у него рубаха будет коричневая, так что он в любом случае поймет, что ты тонаком намазана, то лучше пусть у тебя тоналка, если и сотрется, то чтобы изначально ты так визуально была вообще, знаете, как это, ну прям идеальная женщина. А там если чуть-чуть подотрется, можно сделать вот так, и все опять равномерно загладить. А если там вообще ничего нету, то там хоть плюй, хоть глажи, уже ничего не поможет. Поэтому марки я вам не рекомендую. Не, рекомендую, если вы идеальная женщина. А если вы женщина с какими-то минимальными высыпаниями, то, конечно, это не то пальто. Но взамен этому вы можете взять BB-крем. Вот такой вот. Он закроет вам все. Если, не дай бог, глаз попадет, то и глаз не будет. Но мне он нравится. Он, конечно, недолго держится, но он очень имеет такую плотную, хорошую, покрывающую текстуру. А что вам нужно, уже решайте сами. Надеюсь, вам было интересно и смешно. Всех люблю. Пока. А, подписывайтесь ко мне в Инстаграм. Скоро буду выходить в прямой эфир, когда стрелки наведу.